Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамуля. Глядіться у гэтым выпуску. Вечная память и вечная слава павшим героям. Сегодня у Житковицким районе отбылася церемония перапахавання останков чырвонаармейцаў, загинувших у Вялікай Айчыннай. Першыя лідары жніва у Рэчыцкім районе ушанавалі экіпаж камбайнераў-тысячнікаў і вадзіцеля, які перавёз звыш 1000 тонн збожжа новага ўраджаю. Навальніцы, ліўні і моцны вецер. Гэты тыдзень у рэгіёне будзе цёплым, але дажджлівым. Без фільтраў і рэтушы прыродную жаночую прыгажосць заклікана перадаць выстава пачынаючых гомельскіх фатографаў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Пераадолець тысячы кіламетраў, каб знайсці магілу роднага дзядзькі. У аграгарадку Азіраны Жыткавіцкага района сёння адбылася цырымонія перапахавання астанкаў двух невядомых чырвонаармейцаў, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны. Максім Савін з падрабязнасцямі. Три браты Кожухавы з Казахстана, Кашаўбай, Саман і Жапаш вызвалялі Беларусь падчас Вялікай Айчыннай вайны. Дамоў вярнуўся толькі адзін з іх, малодшы Кашаўбай. Абодва яго браты значыліся ў спісах прапаўшых без вестак. І вось лёс аднаго з іх стаў вядомы. Жапаш загінуў у красавіку 1944 года падчас баёў ля вёскі Бечы Жыткавіцкага района. Яго астанкі знаходзяцца ў брацкай магіле ў аграгарадку Азяраны. Вядома, што за некалькі тыднём да смерці Жапаш Кожухаў атрымаў медаль за адвагу. Аб месцы пахавання роднага дзядзькі Зоя Кожухава даведалася не так даўно. Каб наведаць магілу роднага чалавека, жанчына пераадолела амаль 4000 кіламетраў. Ад Паўладара да Жыткавічаў. Ну, прапал без вести, прапал да этого было. Как-то, вы знаете, ну вот последние две недели постоянно хочется плакать. Непонятные эмоции внутренние. А мне говорят все, наверное, он чует, что приедешь, ты его посетишь, конечно. Вот неповторимые, неповторимые эти эмоции. Трудно воспроизвести все, что видишь. Впечатление, что ты пришел к живому поклониться, поклониться в его лице, в его духе, всем тем, кто защитил мир, кто дал нам победу. Раней у брацкай магілі ў аграгарадку Азяраны былі пахаваны астанкі 265 байцоў чырвонай арміі. Зараз іх стала на два болей. Па ініцыятыве мясцовых уладаў раскопкі праводзілі ваеннаслужачыя 52-го асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна. Астанкі невядомых салдат знайшлі на мінулым тыдні ў вёсцы Бячанская Буда і перанеслі ў брацкую магілу на вечны спакой. Пошукавыя работы працягваюцца, таму не выключана, што на плітах манумента хутка з'явяцца новыя імёны. У нас поступила информация по деревне Хваенск. Там погибли, как бы люди говорят, в войну, в клубе солдаты тоже. Сейчас мы будем вплотную заниматься этим вопросом. Если оно даст материалы подтверждения, опять же будем запрос слать к поисковикам и будем опять же перезахоранивать. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Житковицкого района. Згодна з аператыўнай інфармацыяй Мінсельгазхаршу, па стане на сённяшнюю раніцу зерневыя культуры на Гомельшыне ўбраны на 30% плошаў. За апошнія суткі абмалочана каля 16 тысяч гектараў. Гэта крыху менш як 5% ад запланаванага. Аб'ём сабранага збожжа 227 тысяч тонн. Жніво працягваецца, а тым часам у рэгіёне ўшанавалі першыя экіпажы камбайнераў-тысячнікаў. Імі сталі механізатары агракамбіната «Холміч» Рэчыцкага района. З перадавікамі жніва 2019 сустрэліся нашы корэспандэнты. У агракамбінаце «Холміч» тэмпы жніва настолькі высокія, што за імі не паспявае нават статыстыка. Пакуль у галіновым камітэце пацвярджалі дадзеныя аб наяўнасці першых на Гомельшыне камбайнераў-тысячнікаў, як на іх рахунку з'явіліся яшчэ па некалькі сотняў кілаграмаў намалочанага зерня. Нягледзячы на страты, панесеныя па прычыне неспрыяльнага надвор'я, ураджайнасць зерневых у Холмічы 53 цэнтнеры з гектара, практычна ўдвая вышэй сярэднеабласнога паказчыка. Тут і прафесійная работа ўсіх спецыялістаў, якія маюць дачыненне да вырошчвання збожжа і арганізацыі працы непасрэдна падчас уборачнай. У вобласці дзейсна намецілі ў нас перадавікі. Сёння гэта Рэчыцкі раён, практычна 40 тысяч тонн сёння планку перашагнёт. Убрали около 40% зерновых, поэтому, конечно, держать планку лидера непросто. Однако это очень почетно,
и ответственно. Сярод сюлетних лидеров жнива одразу два экипажа – Василь Коваль и Миколай Великоборец. И семейный – Иван Вырвич с сыном Алексеем. Хлопец только что отримал диплом инженера-электронщика, але керавництво господарки дозволило пачаць працоўный шлях с помощника комбайнера. Сегодня он не утойвае радости. Первый сезон на жниве и одразу тысячник. И на одной тысяче спыняться явно не собирается. В первую очередь это убрать урожай качественно и без потерь. А на втором месте это занять первое место, победить в соревнованиях. Разом с экипажами комбайнеров у агрокомбинате «Холмич» шануйте первого у господарца водителя – тысячника Виктора Кардаша. А проча того, у спис героев жнива на этот раз уключены еще и жонки передовиков. И они явно гонорятся своими другими половинками. Хоть и признаются, у вёсцы без мужчинской допомоги приходится непросто. Особливо, коли на уборочной с раницы до позднего вечера занятые и муж, и сын. Приезжаю часов 10 вечера, а то и позже. А если с комбайном, допустим, какие-то неполадки, было два раза, даже и на ночь домой не приходили, поэтому вот по-разному бывает. Ночевали, вот делали целую ночь комбайн. Подчас урочистости у министра сельской господарки Беларуси Анатоль Хатько отрымливая оперативную информацию. У Беларуси намолочены первый 1 000 000 тонн сбожжа нового урожая. И еще одна добрая новина. Не глядяши на не завсёды сприяльное надворье, кормовую базу для живёлагадоўлі атрымалася заховать. Напереди еще шмат работы, але яе организация неких значных зауваг у министра уже не выкликая. Где видели, что погибло зерно, пересевали, убирали, пересевали другими культурами, крестоцветными, промежуточными, для того, чтобы сделать баланс по кормам, по кормовому производству и компенсировать вот этот недобор зерна. Поэтому, знаете, наверное, сложные определенные условия погоды заставляют и нас думать, и заставляют нас быстренько вносить вот корректировку в земледелие, в растениеводство. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Рыжский район. Перадышка после сезона навальниц оказалась короткой. У третьей декады липеня в регионе будет тепло, але дождливо. До конца месяца у нашей час в среднем чекается 14-17 градусов выше за нуль. У день от 21 до 28 градусов. Дажы прогнозуются, что день за выключением пятницы. У авторок и сераду высокая вероятность навальниц. Сегодня у Гомеля прошла информационно-ознаемленшая встреча по пытаниях озеленения города. Отповедный проект зараз распрацовывают специалисты Минского проектного института. До конца вересня гомельчане могут не только ознакомиться с поглядами архитекторов, але и внести свои пропановы. На встрече побывали наши корреспонденты. Для Беларуси это у пэўнай ступени ноу-хау. Пакуль схемы зеленых территорий распрацаваны только для Минска и Слонима. По сутности, это земли, на яких на законодавшем узроўні будут забаронены любые будаўнішыя работы. От прокладки коммуникаций до узвядения жилья. С этой нагоды до речи распрацовщики пропануют уважливо обмерковывать кожный проект. Особливо у новых микрорайонах. После отрымания статуса зелененной территории агульного корыстання тут нельга будзе не будовать новые дороги, не открывать автомобильные парковки. У институте БелНИИ города будаўніцтва, які у свой час распрацовывал генеральный план Гомеля, кажут, что им кнулись улишить усе мясцовыя асаблівасці, але и до прапаноў жыхароў будут ставиться уважливо. Город Гомель все-таки большой город, делится на 4 района, то логичнее, чтобы выслушать всех, и у нас получился диалог, то для этого мы будем проводить 4 встречи в каждом районе отдельно. Но это не означает то, что жители из других районов не могут приходить на эти встречи и высказывать. Обмеркование пропановы архитекторов началось 1 червеня, але з уліком отпускного периода одним месяцем вырашили не обмежовываться. У анкеты 27 пытаний, которые тычутся усіх боков існавання зеленых зон, починаючи от их запотребованности сярод жыхароў и транспортной доступности до конкретных пропанов, яким территориям необходимо надать статус, гарантующий их недотыкальность. Есть на сайте горосполкома в новостной ленте, то есть можно оставить свои пожелания, там есть определенная анкета, то есть любой житель может написать свои предложения. То есть, ну и опять же, в любом случае, параллельно, то есть когда будет разработан основной проект, то есть он будет также проходить процедуру общественного обсуждения, как положено, как любой градостроительный проект. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Дзень прадпрыемства, на якім прапануюць вакансіі ў сферы гандлю, пройдзе ў Гомелі 25 ліпеня. На гэты раз арганізатары вырашылі змяніць фармат правядзення. Беспрацоўных і незанятых грамадзян запрашаюць з 10 до 12 гадзін непасрэдна ў краму «Два гуся» па вуліцы Свірыдава, 20. Суіскальнікам прапануюць такія пазіцыі, як прадавец, кантралёр-касір, ахоўнік, грузчык, бухгалтар. Жадаючыя змогуць пагутарыць з прадстаўнікамі аддзела кадраў, даведацца пра ўмовы працы і аплаты. Удзельнікам сустрэчы раяць мець пры сабе пашпарт, дакументы аб адукацыі, працоўную кніжку пры наяўнасці санітарную. Як азначылі ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, усяго ў гарадскім банку вакансій зараз налічваецца каля 3000 прапаноў. З бяром дзяцей у школу ў рэгіёне стартавала дабрачынная кампанія беларускага таварыства «Чырвонага крыжа». Яе мэта – падтрымаць дзяцей з сем'яў, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Кожны, хто жадае дапамагчы, можа звярнуцца ў офіс абласной або раённых арганізацыі «Чырвонага крыжа», а таксама пакінуць школьнае адзенне, абутак, пісьмовыя і спартыўныя прыналежнасці і партфелі ў спецыялізаваных кантэйнерах. У Гомелі яны ўсталяваны па 4 адрасах, якія вы зараз бачыце на экране. Летась, дзякуючы падтрымцы жыхароў вобласці, дапамогу атрымалі 845 дзяцей, у тым ліку з сем'яў вымушаных перасяленцаў і бежанцаў. Было сабрана каля 9000 адзінак адзення і абутку і больш за 3500 адзінак канцтавараў і школьных прыналежнасцяў. Жаночы партрэт без рэдактараў, касметыкі і ўпрыгожванняў. У музеі фатаграфіі і друку адкрылася выстава пачынаючых фатографаў, якія прайшлі вучобу ў школе «За кадрам». Фотапраект стаў для іх своеасаблівым выпускным выпрабаваннем. Экзаменатары, наведвальнікі выставы, у іх ліку і наш корэспандэнт. Евгения Кухаронок. Самой молодшей модели 3 года, старейшей амаль 50. Их эмоции захованы на фотоздымках, але кожная своим позерком говорит про уникальность жаночей природы. Больше як 40 девчат и женщин оказались у объективе починающих фотографов. Головная мета – показать натуральную жаночую прихожость, якая не мае узростовых и национальных межов. Авторы фотоздымка у полгода были удельниками навучального социального проекта и стали первыми выпускниками фотошколы «За кадром». Мне необходимо было как-то подытожить работу всех моих студенток. Я предложила им сделать фотовыставку женского портрета, но подумала, что в Гомеле еще ни разу не было женский портрет без косметики и без фоторедакторов. Естественная, натуральная красота. Предложила девочкам, ну, может, попробуем, и они загорелись. И благодаря им, благодаря всем тем девушкам, которые откликнулись, у нас все это и получилось. Дарэчы, и сама Анастасия недавно была вучаніцай. Проект фотошколы «За кадром» народился, дзякуючы адукацыйнай пляцоўцы «Социальный предпринимальник». Анастасия Концевенко, она является выпускницей и финалистом школы социального предпринимательства. И первый поток этой школы вот окончил свое обучение в прошлом году, и, собственно, ее проект вот уже год практически работает. Анастасия, это социально значимый вопрос был в плане обучения и предоставления такой возможности молодежи, детям и взрослым из необеспеченных слоев населения. То есть для таких учеников обучение бесплатное. Познаёміцца з работамі выпускнікоў школы «За кадрам» можна да 10 жніўня. Магчыма, гэтыя імёны хутка стануць вядомымі, а пакуль яны з хваляваннем чакаюць ацэнкі сваіх першых крокаў у фотаіндустрыі. Евгенія Кухаронак, Андрэй Іваноў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В ходе проведения специальной программы МАК оперативники наркоконтроля проверяют подворье жителей, замеченных ранее в употреблении и выращивании зеленого дурмана. И, как показывает практика, не зря. В субботу милиционеры Добрушского РУВД заглянули в гости к жителю городского поселка Тереховка. В свои 33 года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе за выращивание конопли на приусадебном участке. На этот раз правоохранители вновь увидели плантацию дурмана. А в ходе обыска в сарае обнаружили висящие стебли наркосодержащего растения. Хозяин сушил их для того, чтобы изготовить марихуану. 32 куста конопли весом 8,5 килограммов были уничтожены.
зоны. Общая масса высушенного вещества будет установлена в ходе дальнейших исследований в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В отношении владельца плантации возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. В Гомеле сотрудники отряда милиции особого назначения задержали угонщиков машины через 15 минут после сообщения о преступлении. В субботу в 11:37 в оперативно-дежурную службу железнодорожного РОВД Гомеля поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что от дома номер 20 по улице 50 лет завода «Гумсельмаш» угнали его ВАЗ-2106. Автомашина ОМОНа патрулировала улицы Советского района города Гомеля, когда поступило сообщение об угоне. В 11:45, проезжая по улице Владимирова, сотрудники увидели схожий по приметам ВАЗ, стоящий возле автомастерской. Также обратили внимание и на помятый слева капот. Единственное, не совпадала одна буква в регистрационном знаке. Бойцы все же решили проверить водителя и пассажиров. Из салона транспортного средства вышло трое молодых людей в изрядном подпитии. Один из них, как мог, рассказал, что владельца авто среди них нет. Чтобы полностью разобраться в ситуации, ОМОНовцы запросили уточненные данные по автомашине, вызвали наряд ГАИ и следственно-оперативную группу. Когда пришла новая информация, стало понятно, что угнали именно этот автомобиль. Владелец оставил ключ в замке зажигания и не закрыл дверь. Воспользовался таким подарком изрядно подвыпивший гомельчанин, ранее судимый за неуплату алиментов. Вместе с приятелями он решил покататься на этом авто, но поездка оказалась короткой. К слову, угонщика привлекли к ответственности за вождение без прав и в нетрезвом виде. По факту совершения угона возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан. За прошедшие выходные и пятницу в области было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. 6 человек травмировано, 3 погибло. В Светлогорском районе в жутком ДТП оказалась супружеская пара на мотоцикле. Водитель погиб, а его жена находится в больнице. Трагедия произошла накануне утром на автодороге Жлобин-Светлогорск вблизи агрогородка Черковичи. 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Пежо», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущества в движении мотоциклу «Хорс», который двигался по главной дороге. От удара оба транспортных средства загорелись. В результате происшествия мотоциклист и его супруга получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными при проезде перекрестков. Перед выездом на главную дорогу водитель должен уступить проезд всем приближающимся транспортным средствам по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. В больнице оказалась и жительница Гомеля. Правда, винить в этом она может только сама себя. 39-летняя женщина пыталась покинуть квартиру через балкон. В ночь с субботы на воскресенье после ссоры с сожителем женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила покинуть его квартиру в 5-этажном доме по улице Лазурной довольно странным способом. Дотянувшись ногами до козырька балкона 3-го этажа, она, по всей видимости, хотела спуститься по веткам деревьев, но сорвалась и упала. С ушибами и переломом позвоночника каретой скорой помощи она была доставлена в областную больницу. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В 16-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги футбольный клуб «Гомель» упустил победу над гродненским «Неманом». Поединок завершился минимальной ничьей 1-1. Сейчас зелено-белые находятся на 14-й позиции и имеют в активе 14 очков. Напомню, 17-й тур стартует только 10 августа. Сейчас команды высшей лиги ушли на межкруговой перерыв и открыли трансферное окно. Команду покинул полузащитник Дмитрий Халимончиков. 20-летний футболист в нынешнем сезоне выступал за дублирующий состав. Александр Немирко вернулся в Батэ. Полузащитник выступал за зелено-белых на правах аренды и провел за основу Гомеля 2 игры в чемпионате Беларуси. Есть и новички. Игроком Гомеля стал полузащитник Эдуард Суханов. Контракт с 28-летним россиянином рассчитан до конца сезона. Ранее футболист защищал цвета ряда российских клубов – Димитровградской академии, Подольского «Витязя», Казанского «Рубина-2», Нижегородской «Волги», Калининградской «Балтики» и «Армавира». В 2011-2013 годах играл в латвийском «Венспилсе», в составе которого дважды становился чемпионом страны и обладателем кубка. Подписал контракт с «Гомелем» и российский хавбек Дмитрий Маляка.
Выступал за Ростов, Томь, Красноярский Енисей, Ангушт из Назрани, Нижегородскую Волгу, Нижнекамский нефтехимик, Лучэнергию из Владивостока. Последним клубом в карьере полузащитника был Ереванский Арарат. Хоккейный клуб «Гомель» сыграет свой первый матч в Кубке Солея 1 августа. Матч пройдет в Пинске, где соперниками «Рысей» станут местные ястребы. 3 и 7 августа домашние матчи «Гомеля» против «Могилева» и «Ю-20» пройдут в Жлобинском ледовом дворце «Металлург». 10 и 14 августа домашние игры с Бобруйском и Барановичами пройдут на Бобруйской арене. 1, 5 и 12 августа «Рыси» проведут выездные матчи с пинскими ястребами, Оршанским локомотивом и Гродненским Неманом соответственно. Время начала матчей в будние дни 19:00, в выходные дни 13:00. Напомню, по техническим причинам ледовый дворец Гомеля не сможет принять домашние матчи нашей команды. Две бронзы и золото на молодежном Кубке Европы по дзюдо гомельчане завоевали 3 медали. Сначала Егор Трухан, выступающий в категории 70 кг, завоевал бронзовую медаль. Затем спортсмены-тяжеловесы из нашей области продолжили успешное выступление в весовой группе до 90 кг. Александр Сидорик выиграл в борьбе за бронзу, а вот Иван Дубина стал абсолютным победителем и добавил в копилку сборной Беларуси золото. Гомельчанин Глеб Макаренко завоевал медаль высшей пробы по греко-римской борьбе в первый день Европейского юношеского фестиваля в Баку. Беларусь уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее представителей России и Германии. В полуфинале Глебу Макаренко попытался оказать сопротивление спортсмен из Румынии, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале Беларусу. В решающей схватке Глеб Макаренко оказался сильнее Ромео Беридзе из Грузии. Отмечу, после турнира в Баку гомельчанин отправится на юниорский чемпионат мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.